Машку в игрушечный телефон говоришь? А если взаправду, то одна выступай. Ты же слово дал. Пожалуйста, запишите. Ваня дал слово. А подарки нам такие. Мне зайчика беленького и чтобы шоколадкой. А Ване тебе что? Ну, медведя плюшевого. А Ване плюшевого мишку. Снегурочка, поищи-ка зайку да мишку плюшевого. Вот они, дедушка. Ну, внучка, мне пора ехать. Ребятишки ждут. Сейчас соберу остальные игрушки и в путь дорогу. Мандарины, конфеты погрузил. Погода прекрасная. Юга, пурга, метель. Молодец. Ну, посиди, погрейся. Снегурочка, собери ему поужинать. Ничего, мы на морозе привычные. Да я уже поужинал. Кило мороженого съел. Крем-брюле с вафлями. Ну, внученька, оставайся, дом стереги. Вечером ужин праздничный для зверей и птиц лесных устроишь, как всегда. Только смотри, волка не пускай, он негодный. Поехали! Я
едем, едем, едем в гости к детям и везем подарков ВОЗ, потому что очень к детям этим расположен Дед Мороз. Едем, едем, едем полным ходом, берегись, лесной народ, чтоб детей поздравить с Новым годом. Потому что Новый год. Ничего. Вылезай, говорю. Приехали. Пойдем, брат, домой дорогу искать. Я не могу. Чего не могу? Ходить не могу. Где же подарок? Смотри, у меня к ногам такая шоколадка. Действительно. Знаешь что? Давай-ка я тебя подталкивать буду, а ты как на санках. Не выйдет как на санках. Если бы ванильный был, а то ведь с орехами, шершавый. Действительно. Ореховый. Ореховый вкуснее. Кто вкуснее, а? Да кто? Волк? Конечно, я волк. Настоящий? Не игрушечный волк? Чудак, конечно, настоящий. Сейчас увидишь. А? Минуточку. Видите ли, я зайчик не настоящий. Я игрушечный. Я, например, из ванны. А он... Несъедобные. Вот попробуйте, пожалуйста, мое ухо. А ну, а я весь такой. Фу. Странно. В первый раз мне попался такой невкусный заяц. Вы, наверное, сладкое любите. Вот скушайте это. Может быть, вам это понравится. Высший сорт с орехами. Тьфу. Теперь пойдем. Зайчиха. Прости, Снегурочка, опоздала я. Смотри, кого из леса привела. Заблудились малыши. Бедняжки, да вас узнать нельзя. На кого стали похожи? Видите ли, раньше я на зайчика был очень похож. А теперь я сам не знаю, кто я. А он был плюшевый мишка. Действительно, был плюшевый. Ничего, мы вас сейчас в порядок приведем, красивее, чем в магазине будете. Ha ha ha!
ты? Щекотно! Терпеть надо, не маленький. Действительно, щекотно. Смотрите, чтобы мыло в глаза не попало. Ничего, у нас пуговицы. Постой, что это? Люси на память о Деда Мороза. Мы, видите ли, подарок. Я, например, предназначен этой девочке, а он... Я тоже подарок. Вот смотрите. Ваня от Деда Мороза. Нас потеряли! Подумать только, потеряли. Ай-яй-яй. Выходит, что Люси и Ваня без подарков останутся. Не останутся. Действительно, не останутся. Подарки там, конечно, будут. В этом я уверена. А ты наш номер хорошо помнишь? Не знаю. То помню, то не помню. А сейчас? Сейчас немного помню. А выступать, наверное, не буду. Не будешь? А кто слово дал? Я стесняюсь. Я, понимаешь, боюсь. Я домой хочу. Я за тебя Деду Морозу обещала. Он все записал. Ах, какие трусы эти мальчишки. То помню, то не помню. Ой, кто это? Смотри. Ну, здравствуйте. Как тебя зовут? Здравствуйте, Дедушка Мороз. Это мы, Люся и Ваня Ивановы. Мы номер приготовили для елки. Ваня слово дал, а теперь выступать не хочет. Боится. Раз слово дал, держи. Ну, жду вашего номера. Многовато ваты. Скорей, скорей, торопиться надо. Опоздать можно. Бурый, запрягай санки. Скорей, милый, скорей. Знаешь, мне даже новую шоколадку принесли. Золотой ярлык. Следующий номер про... Программы?
Люси и Ваня Ивановы. Где же Ваня? Что за чудеса? Как сейчас помню, сам положил Люсе зайчика, Ване мишку, а куда запропали, ума не приложу. Да ну! Ишь ты! Ах, во как! На! Раз слово дал, держи! Действительно, с Новым годом!